Киноклуб «Трафик». Всем привет! С вами Ольга Сергеева и Киномания. Наконец-то мы снова вместе. И начинаем мы сегодня с «Довода» Кристофера Нолана. Я вам обещала, что расскажу о своих мыслях по этому фильму, и наконец-то настал этот момент. Итак, давайте наконец поговорим о главном герое, о его пути и вообще о чем же фильм «Довод». Итак, главный герой, его зовут Протагонист. Ну, на самом деле, Протагонист, это имя возникает только в конце этого фильма. До этого его практически никак не называют. На мой взгляд, Протагонист — это абстрактная какая-то структура, это концепт, скорее всего, человека современного мира. Потому что мы с вами живем в мире, где информации, потоки этой информации огромны. И иногда нам приходится, и в основном нам приходится их воспринимать на веру. Потому что проверить это, в общем-то, практически невозможно. Не то, что, в общем-то, в древности, да, когда все можно было пощупать, потрогать, на зуб испробовать. Сейчас это совершенно невозможно. И поэтому наш протагонист, ему поступают все приказания сверху или неизвестно откуда. И, соответственно, делает он, подчиняется этим указаниям. И зачем он это делает, он тоже не совсем это, в общем-то, понимает. Поэтому мне кажется, что главный герой – это никто иной, как человек в современном мире, которому нужно в этом мире каким-то образом существовать. Но мы с вами не просто какие-то игрушки, а мы люди, соответственно, у нас возникают мысли о том, то ли мы делаем и правильно ли мы поступаем. Каков наш выбор? Итак, какова же цель нашего героя? Ну, во-первых, соединить несколько элементов, которые как раз-таки образуют какую-то систему в этом хаотичном мире. В общем-то, то, что мы делаем с вами. Пытаемся из этого хаоса выудить какой-то смысл. Да? И, наверное, герой – это как раз-таки тоже доказательство того, что это, в общем-то, современный человек. Из огромного потока информации выудить что-то, чтобы имело смысл для него. И в данном случае наш протагонист – решает, что главное для него – это, в общем-то, спасение человечества. Думаю, Нолан не случайно меняет последовательность в пути героя, потому что, вспомните, наш герой сначала спасает все человечество, а затем снова возвращается, чтобы спасти уже женщину и ребенка. Я думаю, это как раз-таки о том, что частное в данном случае как раз-таки главное является для Нолана, и мы всегда возвращаемся к самому близкому. И это главное, и это приоритет. С кем же взаимодействует наш герой? Ну, во-первых, это, конечно же, антагонист. Очень сильный персонаж, кстати сказать, и самый живой, наверное, в фильме. Итак, антагонист показывает нашему герою, чего стоит опасаться и от чего стоит избавиться в нашем мире. Ну, наверное, это, скорее всего, насилие, жестокость, авторитаризм и безмерное стремление к власти. Итак, главный герой во главе угла ставит рациональное. И действует он, конечно, не один. Ему дается еще некий друг, который приходит ниоткуда и уходит в никуда. Но, тем не менее, наш как раз-таки протагонист очень ему доверяет. Почему он ему доверяет? Он доверяет ему интуитивно. И здесь, наверное, как раз рациональное сталкивается с эмоциональным. Кто такой наш друг или ангел-хранитель, мы, в общем-то, не знаем до самого конца, хотя у многих уже возникли идеи, кто же это был. Женщина в фильме.
Женщина в фильме помогает нашему герою, но и вначале герою кажется, что он манипулирует ею, но в итоге он спасает ее, и ну как же без того, чтобы спасти женщину и ребенка. Герой обязательно должен это сделать. Но обратите внимание, что женщина в фильме спасает себя сама, а главному герою предоставляет возможность спасти человечество. Ну и сама женщина, она тоже, в общем-то, идея, концепт. Движет человеком не рациональное, а эмоциональное. Ведь в данном случае месть, любовь, любовь матери к ребенку в этом фильме, и дружеские чувства, интуитивное доверие, это все, в общем-то, нерациональное. И именно это движет главным героем. Итак, о чем еще фильм «Довод»? На мой взгляд, о современной ситуации в мире. Дело в том, что Нолан очень чутко и тонко чувствует, что происходит. И он действительно чувствует время. Но он говорит еще и о терроризме. Фильм открывается как раз захватом заложников. И эта история, этот фрагмент до боли напоминает нам историю с Норд-Остом, захват заложников 2002 года на Дубровке. То, о чем в нашем отечестве вообще предпочитают молчать. О чем еще «Довод»? О формировании современного рационального человека монстра в лице бывшего выходца из СССР, олигарха, который путем насилия, путем различных махинаций и, в общем-то, довольно-таки нечестным способом завоевывает власть и таким образом пытается стать богом. И, конечно, Нолан не может без своей любимейшей темы о соединении воедино прошлого, настоящего и будущего, о том, как они взаимопроникают друг друга, о их очень прочном симбиозе. И, наверное, об этом в артхаусном кино говорил Карвай, но его, конечно, фильмы были больше поэтичные. У Нолана же все превращается в совершенно замечательный, увлекательный аттракцион, который мы с удовольствием досматриваем до конца, как головоломку, пазл, и затем очень долго ломаем голову над тем, что бы это значило. Ну вот немного о «Доводе», а от вас я бы хотела прежде всего вопросов, комментариев, согласны вы со мной или нет, ваших мыслей, было бы очень интересно все это узнать от вас. И, конечно же, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите, смотрите кино и становитесь лучше. Всем пока!